Добрый вечер всем из Одессы. Значит, хотел бы рассказать в этом видео ситуацию, которая сегодня приключилась лично со мной. Не знаю, было ли у кого-то такое. Мне кажется, хуже уже некуда просто, реально. Значит, иду я домой, вот, и вижу, что в доме светится свет. Я вам, ну, в одном из своих предыдущих видео сообщал о том, что сегодня немножко не так включали свет. Вот на протяжении целого дня света не было. Это не на часа, наверное, в 4 его включили. Значит, иду я домой в районе 4 часов, смотрю, в доме у всех светится, ну, в окнах светится свет. Я же бегом домой, думаю, так побыстрее, чтобы там успеть все дела поделать. Забегаю я, короче, в квартиру включать свет, а у меня нифига свет не включается. Короче говоря, что-то там перегорело. Забегая наперед, скажу, что что-то там перегорело у меня в автоматах. Этот самый. Вызываю я, короче, электрика. Пока ко мне прибыл электрик, пока он мне все тут посмотрел, починил, сделал. Короче говоря, прошло уже 2 часа. Вот сейчас где-то домой я пришел в районе 4. Сейчас уже, а нет, 3 часа, уже 18:52. Буквально 15-20 минут назад у меня в квартире только появился свет. То есть его сейчас туда-сюда через полчаса уже отключат, короче. А я даже еще ничего не успел, потому что только вот мне электрик отремонтировал. Ну, судя по всему, из вот этих включений и выключений что-то там, короче, замкнуло, коротнуло, перегорело. Вот, и я, короче, все это включение просидел, можно сказать, без света. Люди успели там что-то покушать, приготовить, да, может, зарядить. А я, короче, сидел, ждал электрика. Это просто, это жесть. Это реальная жесть, друзья. Не знаю, сталкивался ли кто-то с такой проблемой. Если кто-то сталкивался, пишите в комментариях. Вот, но обидно. Обидно, конечно, но ничего. Обидно, обидно, досадно, ну ладно. Ладно, я на связи. До встречи в новых видео, пока.